Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janava Lava Giri Varadhari Jaya Gopi Janava Lava Giri Varadhari Yashoda Nandana Braja Janaranjanaya Yashoda Nandana Braja Janaranjanaya Yamuna Chiravanachari Dayokum Bihari Yamuna Chiravanachari Daya Kunja Bihari Yamuna Chiravanachari Daya Kunja Bihari Yamuna Chiravanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopi Janava Labha Jaya Giri Varadhari Gopi Janava Labha Jaya Giri Varadhari Yashoda Nandana Braja Janaranjanaya Yashoda Nandana Braja Janaranjanaya Yamuna Chiravanachari Jaya Kunja Bihari Yamuna Chiravanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagana, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Gauranitai, 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 Shishi Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Srila Prabhupada ki jai, Sankirtanaya ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом агьяна тимираннасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манапиштам стапитам яна бутале своям рупа кадам махьям дадайте сва падантикам. Хе Кришна Каруна Синху Дина Банху Джагат Пате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Тапта Канчина Гуранги Радхи Вриндаванешвари Ришабхана Сута Деви Пранамами Хари Прие Ванчакал Патрубьяща Крипа Синху Бьевача Патитанам Паванепью Вайшнавепью Намо Намаха Нараяна Намаскритям Нарам Чайвам Нарутамам Девим Сарасватим Вьясам Тато Джаям Удирает Нашта прайшва бадришу нитям Бхагавата севая, Бхагавати мутамешлоке бхактир бхавати наиштики. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 8 песня, глава 5, текст 45, с комментариями о божественной милости, Ачи Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. Сатвам но даршаят манам. Сатвам но даршаят манам. Асматкарана гочарам. Асматкарана гочарам. Прапаннаям дидрикшунам. Прапаннанам дидрикшунам. Самсмитам те мукхамбуджам.
сам смитам те мукхам буджам. Желающим. Сатвамна дашаятманам. Асмат карана гочарам. Рапананам дидрикшунам. Сасмитам те мукам буджам. Сатвамна даршаятманам. Асмат карана гочарам. Асмат карана гочарам. Прапананам дидрикшунам. Сасмитам те мукхам буджам. Сах. Он верховная личность Бога. Твам, ты, о Господь. Нах, нам. Даршая, покажи. Атманам, себя, свой изначальный образ. Асмат карана гочарам, доступный нашим чувствам, особенно зрению. Прапанна нам, предавшихся тебе. Дигрикшу нам, жаждущих увидеть тебя. Сасмитам, улыбающийся. Те, твой. Мукха амбуджам, лотосоподобный лик. Переводы, комментарии о божественной милости Ачи Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. О Верховный Господь, мы предались Тебе, и все же мы хотим увидеть Тебя. Яви, пожалуйста, нашему взору свой изначальный образ, Твой улыбающийся лотосоподобный лик, и стань ощутим для наших, для других наших чувств. Комментарий. Преданные всегда стремятся увидеть Верховного Господа в Его изначальном образе с улыбающимся, подобным лотосу лицом. Их не интересует безличный Брахман. Господь имеет и личную, и безличную ипостась. Имперсоналисты не понимают личностного образа Господа, но Господь Брахма и Его последователи в цепи духовных учителей желают видеть Всевышнего в образе личности. Если бы Господь не был личностью, не было бы и речи о Его улыбающемся лице. Об этом стихе ясно сказано: «Сам смитам те мукхам буджам». Те, кто принадлежат парампаре, сампрадая вайшнавов, идущие от Брахмы, всегда стремятся лицезреть Верховную Личность Бога. Они хотят постичь личностную природу, личностную природу Господа, а не Его безличную ипостась. Здесь прямо сказано: «Асмат карана гочарам». Личностный образ Господа может стать доступным нашим органам чувств. Еще раз стих. «О Верховный Господь, мы предались Тебе, и все же мы хотим увидеть Тебя. Яви, пожалуйста, нашему взору свой изначальный образ, Твой улыбающийся, лотосоподобный лик, и стань ощутим для других наших чувств». Харе Кришна. Полубоги молятся Господу, просят у Него защиты, но также они хотят увидеть Господа. И молиться Господу можно с разными целями. Когда мы привязаны к материальной жизни и к чувственным наслаждениям,
но при этом верующие, мы верим в Бога, то мы молимся Ему, чтобы Он защитил наше чувственное наслаждение и избавил нас от страданий. Это называется карма Миша Бхакти. И в этой ситуации важно, чего больше, кармы или бхакти. Обычно люди, привязаны к чувственным наслаждениям, желают, чтобы Бог стал инструментом их удовольствия в материальном мире и обеспечил им их удовольствие, и защитил от неблагоприятного. И это не чистое преданное служение. Чистое преданное служение, когда преданные желают служить Господу, несмотря ни на что, как Господь Читания говорит, возможно, ты обнимешь меня. И это даршан. Да? То есть Господь обнимает, преданный оказался на даршане. А возможно, ты не появишься передо мной, растоптав мое сердце своим отсутствием. Я останусь твоим слугой и в том случае. Полубоги хотят увидеть Господа. Можем ли мы увидеть Господа? Нашими несовершенными глазами мы не можем увидеть Бога. Даже полубоги, дальше будет описано, как полубоги, пытаясь увидеть Господа. Господь появился перед ними, они просили, Он появился, но Его тело исходило такое яркое сияние, что оно заслепило полубогов. Они видели только яркое сияние. И только Брама и Шива смогли увидеть форму Господа. И когда Брама и Шива начали кланяться, то полубоги тоже вместе с ними. Они не видели Бога. Важно ли видеть Бога? Или важно служить Ему? Конечно, мы все хотим увидеть Бога. Но что мы будем с этим делать? Когда мы увидим, что мы станем делать? То есть мы начнем повторять Хари Кришна, да? Повторять Хари Кришна. Так мы уже повторяем Хари Кришна. Он и скажет, повторяйте Хари Кришна для меня. Потому что Он нам это говорит через духовного учителя. Плакать будем. Мы будем плакать, если до этого наше сердце очистилось, и у нас появилась бхакти. Но если не появилось, мы можем быть нейтральными. Ну, увидели. Мы можем озлобиться, как демоны. Они видят форму Господа, прекрасную форму Господа, как Калия. Он увидел прекрасную форму Кришны. Кришна был так прекрасен, что все жители Вриндавана не могли на него налюбоваться. Но когда Калия увидел, он озлобился. И он из зависти хотел укусить Кришну в грудь, своим ядом отравить. Так для чего мы хотим увидеть Кришну? У нас еще яд зависти, или нам уже все равно, мы уже в безличном брамане, или мы уже из любви хотим увидеть Кришну. Для чего мы хотим увидеть? Или полубоги, для чего они хотят увидеть? Чтобы подтвердить, что Бог все-таки есть, что он на их стороне, или чтобы прославить красоту Господа, или чтобы что-то попросить у этого же Бога. Для чего? Мы всегда должны задаваться вопросом. И тогда, когда мы увидим Господа, мы будем знать, что сейчас делать. И мы помним, как в истории с женами брахманов, как они стали преданными. Жены брахманов, как стали преданными? Они слушали, да, у них были большие уши, да.
Они слушали о Кришне от лесных жителей. Слушали, слушали, слушали. Не видели Кришну? Не видели. Но слушали, слушали, слушали. И потом, когда мальчики-пастушки прибежали к ним, то есть преданные, слуги Кришны, прибежали к ним и сказали: «Кришна, Баларама голодны», то они все забыли, схватили еду, не обращая внимания на родственников, даже не спрашивая их, просто убежали в лес кормить Кришну и Баларама. И можно подумать: ну все, они предались, будут жить в лесу. Они так и хотели жить в лесу. Они говорят: мы хотим жить в лесу, мы будем лесными феями, мы будем служить тебе здесь. И что им Кришна сказал? Возвращайтесь-ка вы домой. И продолжайте преданное служение. И Кришна сказал важную вещь. Преданное служение не развивается рядом со мной. То есть любовь ко мне не развивается рядом со мной. Только на расстоянии. Поэтому на что мы можем жаловаться? Мы на расстоянии, правильно? У нас есть инструменты, с помощью которых мы можем развивать любовь к Богу. Повторение святого имени. Используем эти инструменты и развиваем любовь к Богу. Мы можем сказать: но я же его не видел, как я могу знать, что он вообще есть? И только когда увижу, тогда захочу служить. Но вы видели духовного учителя, который видел? Или вы видели духовного учителя, который видел духовного учителя, который видел? И так далее. И вы видели духовного учителя, духовного учителя, духовного учителя и Господа Брахму, который видел. Вот, пожалуйста. Да. То есть мы не квалифицированы, чтобы видеть. Почему Господь должен появляться перед нашими глазами? Да, Он очень милостив, но и Он появляется. Каждое утро открывается алтарь, и там кто? Бог. Да? Мы понимаем, что это Бог. Мы достаточно внимательны к этой форме. То есть мы говорим: я увижу Бога и тут же захочу служить. Да вот, пожалуйста. Это Он на алтаре. Божества не отличны. Есть у нас стремление отдать свою любовь божествам. Надо провериться. Да. Надо присмотреться. Открываются божества, я смотрю на божества, а внутри у меня, что у меня внутри, я могу увидеть. Да. Или я беру четки, начинаю повторять святое имя, и это сам Господь. Это сам Кришна, Хари Кришна и форма Кришны абсолютно не отличаются. Я хватаюсь за святое имя, я плачу над святым именем, я не могу оторваться от него. Приблизительно так? Или я мучаю святое имя своей невнимательностью и думаю, когда же мои круги закончатся? Или так? То есть мы видим Бога постоянно, но как мы реагируем на Него? От этого зависит наше зрение. Да? К примеру, такой простой пример. Маленький ребенок, и родители на него смотрят одними глазами. Да? Но другие люди на того же ребенка смотрят совсем другими глазами. Да? То есть родители смотрят глазами любви, поэтому он для них особенный. А для всех остальных просто ребенок. Так и Кришна, пока мы не будем смотреть на него глазами любви, он будет просто Бог или просто какой-то мальчик. Брамаджи. Помните, Брама Вимоха Налила? Брама увидел Кришну. Какой-то мальчик. В левой руке еда. Вообще неприлично для ведической культуры. По руке течет сладость такая. Да? Вот. Пасет коров. И Брама подумал: этот ли, это Верховный Господь или не это, я не знаю. Я не уверен. Поэтому, прежде чем увидеть,
мы должны полюбить. И у нас для этого все есть. Почему Кришна должен появляться, если у нас нет к нему сильного чувства любви? Мы даже не знаем, что такое любовь. В материальном мире то вожделение, которое живое существо испытывает, это все равно, что железо, ржавое железо по сравнению с золотом. То есть мы даже не знаем, что такое истинная любовь в материальном мире. И Кришну не купить за железо. Кришна только на золото любви отзывается. И мы спросим, ну и что же делать, у нас этой любви нет. Кришна объясняет Бхагавадгите. Говорит, направь на меня весь свой ум, разум, и так ты будешь вечно жить во мне. И потом сразу же говорит, но если ты этого не можешь, и тут мы вспоминаем, что мы этого не можем, он говорит, тогда следуй принципам бхакти-йоги. И так ты разовьешь желание прийти ко мне. То есть лаульям, Рупа Госвами говорит, нужно лаульям, нужно очень сильное желание. И когда это желание появится, мы будем хвататься за звуки святого имени. Наше сердце будет рваться, наши уши будут требовать послушать звуки святого имени. Мы будем несчастны, когда нужно заканчивать повторять свои круги. Поэтому видеть означает любить. Только глазами любви можно увидеть Кришну, как Он есть во Вриндаване. А для этого нужно следовать по стопам Его вечных спутников, которые исполнены этой божественной любви в различных расах. Таким образом обрести квалификацию. Видеть Кришну глазами любви. Хари Кришна. Может быть, какие-то вопросы? Хари Кришна. Хари Кришна. Синте Гуру Чандра Киджа, Джаганат Бадая Свадра Киджа. А можете объяснить, что такое любовь? Шрила Прабхупада написал так много книг, чтобы объяснить нам, что такое любовь. И вот вы говорите, можете это объяснить? В двух словах, да? Вы просите сделать невозможное. То есть все, что написал Шрила Прабхупада, все эти книги, да, это все объяснение того, как полюбить Кришну. Все об этом. Шрила Прабхупада ни о чем другом не писал. И это особенность Шрилы Прабхупады, потому что разные комментаторы по-разному комментируют одни и те же тексты. Санскрит позволяет. Благо, хороший язык, в котором каждый может найти то, чего желает. Это как Бог. Бог настолько хорош, что каждый может найти в нем, чего желает. Так и санскрит. Он настолько хорош, каждый может найти, чего желает. И все остальные... Было много переводов Бхагавадгиты до Шрилы Прабхупады, преданных не было. Но Шрила Прабхупада сделал свой перевод, и тут же появились преданные. И мы поставили своей целью полюбить Кришну только потому, что Шрила Прабхупада любил его и передал это в книгах. Поэтому что такое любовь к Кришне? Это чтение книг Шрилы Прабхупады. Что такое любовь к Кришне? Это повторение святого имени внимательно с чувством предания Шаранагати. В соответствии с указаниями духовного учителя. Что такое любовь к Кришне в нашем случае? Это выполнение каких-то обязанностей,
в миссии Шрилы Прабхупады, распространение сознания Кришны. Вот это и есть любовь. Еще один можно вопрос? Ну да, пока есть время. Если я, ну, допустим, если я люблю кого-то, я еще кого-то могу полюбить? Изначальный объект любви – это Кришна. И мы не то чтобы можем кого-то еще любить. Душа по своей природе может любить только Кришну. Но когда мы говорим только Кришну, то мы не имеем в виду одного Кришну. Вокруг Него всегда много преданных. И все преданные – это тоже в каком-то смысле тоже Кришна. Да? И поэтому, как можно не любить преданных, если человек любит Кришну, он заявляет, я люблю Кришну, но я не люблю преданных. Как Кришна называет это? Канишкадхикари. Он поливает масло в золу, то есть льет масло в золу, нет жертвоприношения. Вот. Он обижает меня, когда обижает моих преданных. То есть это невежественный человек. Конечно, означает невежественный. Поэтому наша любовь направлена исключительно на Кришну. Но Кришна не один. Живые существа тоже это Кришна. Поэтому у нас Намаручи, Дживадоя и Вайшнава Сева. Три основы. То есть мы должны быть привязаны к святому имени. Нужно заботиться о том, о других живых существах, давая им сознание Кришны. И дружить с вайшнавами, распространяя сознание Кришны. Поэтому мы любим только Кришну. Матаджи что-то еще хочет спросить. Кришна, спасибо. Какая тема любви. А вот если есть желание поселиться во Вриндаванадхаме, если просто жить, ну, как-то там служить, это поможет развить любовь к Кришне? Да, поселитесь во Вриндаванадхаме в своем уме. То есть вы можете, даже если у вас нет возможности поехать во Вриндаван по техническим причинам, просто сейчас есть возможность смотреть фильмы о Вриндаване. То есть мы можем увидеть Вриндаван, услышать о нем. Рукмини не могла поселиться с Кришной. Она жила в доме своего отца. Но она слушала о Кришне постоянно. И у нее было такое сильное желание поселиться с Кришной, что она сделала для этого все, что могла. И она готова была умереть, если ей не позволят это сделать. И Кришна пришел, забрал ее. Так что сначала нужно поселиться в своем сердце во Вриндаване. Иначе мы приедем во Вриндаван, и что мы увидим? Люди, дома, деньги, грязь, божества. Ну и что мы увидим? Тарун Кришна Прабху. Когда мы просто хотим уехать куда-нибудь, чтобы нашему телу было хорошо, то есть основываясь на концепции, телесной концепции, то тогда, где бы мы ни жили, нас все равно эта концепция будет доставлять нам беспокойство. А касается Вриндавана, это определенного рода атмосфера, атмосфера любви к Кришне. И если у нас есть привязанность к Кришне, и мы просто хотим поехать во Вриндаван с этим настроением, то тогда мы будем счастливы во Вриндаване. Что касается любви, можем ли мы любить кого-то еще, кроме Кришны, то в материальном мире люди в своем настроении отделили себя от Кришны.
И поэтому все рассматривают с точки зрения отделенности. Все другие живые существа отличные от Кришны. И я поэтому я выбираю, кого я хочу любить. Это небольшое количество. Там, максимум моя любовь может распространиться на семью. Несколько человек. Но когда преданные достигают, понимают, что все связано с Кришной, и вайшнавы, и не только все это, то он начинает, у него его любовь становится абсолютной. И вопрос. Вот в стихе говорится о том, что преданные хотят видеть улыбающееся лицо Кришны. Но мы знаем, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он придерживался другого настроения. Он говорил, нет смысла прилагать усилия для того, чтобы Кришна нас заметил. Вернее, чтобы мы увидели Кришну. Надо сделать так, чтобы Кришна нас заметил. Можете прокомментировать с этой точки зрения? Ну да, в принципе, я всю лекцию это и комментировал. Вот. Ну хорошо, можно еще раз. Увидеть означает увидеть глазами любви. То есть если у нас глаза материальные, материалистичные, то есть мы хотим увидеть для того, чтобы наслаждаться, то тогда мы не увидим Бога. Как, к примеру, во время пахтания молочного океана Кришна появился как Махинимурти. И полубоги и демоны, особенно демоны, стали испытывать такое сильное вожделение. То есть они увидели Бога, и что они испытали? Вожделение. Вот зрение, да. И, конечно же, Господь воспользовался этим, этой иллюзией, и отобрал у них нектар бессмертия. Это также указание о том, что пока у нас есть вожделение, не видать нам нектара бессмертия. Вот. Поэтому увидеть можно только глазами любви. А прежде чем... Ну, то есть, иначе, если мы не будем квалифицированы, то наше лицезрение Господа будет оскорбительным. Да, то есть мы увидим Его, но не сможем оценить по достоинству. Чтобы оценить по достоинству, сначала мы должны следовать наставлениям духовного учителя, практике преданного служения, развить любовь к Богу, и тогда это видение будет в рамках любви. Помните, как Нарада Муни, да? Сначала, ну, в той предыдущей жизни, когда он рассказывает Ясодеве о себе, он был маленьким мальчиком, родился у служанки и даже не знал, кто его отец. То есть с ведической точки зрения, с точки зрения варнашрамы, ну, в общем, не слишком высокий уровень. Но так получилось, что ведантисты поселились на 4 месяца, 2 сезона. И общаясь с ними, у него появился интерес, потом привязанность, потом, он говорит, гуны, страсти и невежество с меня спали, и ключом забил родник преданного служения. И потом, когда ведантисты ушли, оставив его, он, продолжая зависеть, его мать связывала своей любовью, он не мог уйти. Вот. Но потом, по воле судьбы, мать забрали в другую реальность. Вот. Кришна забрал, да. И его ничто не связывало, и он пошел в сторону Гималаев, видимо. И там описано, он проходил через поля, где росло много пищи, да, он через пещеры, где были алмазы, то есть богатство, да, через города, где люди наслаждались жизнью. Он все проходил мимо. Знаете, то есть все нужно пройти мимо. Да, даже мимо АТБ, это вообще, я не представляю, как это. Вот, то есть он проходил мимо, и потом остановился на берегу реки, сел и начал медитировать, как его научили ведантисты. И вдруг Господь появился. Да.
Но что сказал ему Господь? Появился на мгновение, и Нарада Муни был просто в восторге, потому что он уже занимался практикой преданного служения, он уже искал этого Бога. А потом появился на мгновение и исчез. И говорит, ну все, больше в этой жизни ты меня не увидишь. И что Кришна говорит? Тот, кто недостаточно квалифицирован, не может меня созерцать постоянно. Все. То есть нужно читать Бхагаватам, там все объясняется. Мы даже когда созерцаем божества, мы же тоже их не можем постоянно созерцать. Нет, я и говорю, может кто-то и может. Но это сложно. Что значит созерцать божества? Просто как смотреть бездушно на форму? Нет, созерцать означает сердцем созерцать. Всегда ли это получается? Ну, каждый смотрит в свое сердце. Так что видеть не означает видеть, а не видеть не означает не видеть. Ну, хорошо, вы привели историю с Нарада Муни и сказали, что Господь ему сказал, что ты еще пока не совершенен. Ну так, а в чем его совершенство? Он духовный учитель у него был, он следовал по парампаре, он занимался духовной практикой, и Кришна даже появился перед ним. Mm-hmm. И в чем же его несовершенство? Любовь или бхакти не до конца еще развилась. Это лиана преданного служения, она постепенно растет. То есть она должна пробить оболочки Вселенной, должна найти прибежище у лотосных стоп Кришны. Это сложный процесс, это долгий процесс. Не будет так, что мы вот раз и все. Сколько люди практикуют? Годами, да? Десятилетиями. Вот. То есть у нас есть еще и другие привязанности, кроме привязанности к Кришне. Привязанности к телу, а потом самая сложная привязанность – это к почести и к славе, которую надо будет оставить, к самомнению, что я особенный. Все это мешает нам полностью полюбить Кришну. Себя еще любим. И это долгий процесс. Там намек, по-моему, Ачарьи говорят, что Нарада был привязан к гуне благости. И не просто он там был несовершенный, такой вот прям аж, вот какая-то привязанность к гуне благости у него оставалась еще. Так это и есть несовершенство. Привязанность к чему-либо в материальном. По крайней мере, не гуна страсти. А, нет, не об этом, конечно. Любая материальная привязанность – это фактор несовершенства, даже гуне благости, без сомнений. То есть в гуне благости человек привязан к чему? Бхагавад-гита Кришна говорит – к знанию и ощущению счастья. А на трансцендентном уровне – к лотосным стопам Кришны. Разница. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он говорит, что не пытайтесь увидеть Кришну, да, сделайте что-то для того, чтобы Кришна захотел вас увидеть. То есть получается, так служение надо делать, чтобы Кришна захотел увидеть сам. А в этом стихе говорится, что преданные Господа хотят видеть Кришну, и на первый взгляд может показаться противоречие какое-то, да, но никакого противоречия нет, если добавить, например, преданные всегда хотят увидеть Господа. Да, это естественно, но этого мало. Желание увидеть – это хорошо, но этого мало, надо еще что-то сделать. Да? И Прабхупада говорит, что любить – это означает что-то делать. Я тебя люблю, но ничего не делаю. Это, извини, это, ну что ж ты, это обман просто. Он говорит, это лицемерие. То есть приходите, говорит, я тебя люблю, и палец о палец не делать – это лицемерие. И один ученик услышал у Прабхупады, что вот святое имя – это все, как бы, и оно даст тебе все, и в нем все есть, и просто воспевать святое имя, он все, уйду, пошел в лес и буду воспевать. Прабхупада говорит, куда пошел? Мне это не нравится, говорит, вот такое служение мне не нравится. Я хочу, чтобы ты распространял сознание Кришны. Вот это мне нравится больше всего. Это не означает, что Прабхупаде не нравилось, что преданные много воспевают святых имен. Да он понимал, что он через пару дней закончит
эту миссию, так называемую, да, в его понимании. Поэтому он, мы видим, ачарьи, они говорят, что им нравится. И удовлетворив ачарью, мы можем надеяться на то, что ачарья придет к Кришне и скажет: вот на этого Андрея обрати внимание, Господь. Он очень... мы знаем этот разговор, Шрила Прабхупада пишет, что если Радхарани представит нас Кришне, то Кришна на нас обратит внимание. Когда она нас представит? Когда мы будем следовать наставлениям гуру, когда мы реально поймем, что же ему нравится, и попытаемся порадовать его. Да, Кришна Бхагавадгита об этом говорит, что нет никого для меня дороже, кто проповедует славу, мою славу моим преданным. Нет никого и не будет никого дороже в этом мире. Поэтому, если мы стараемся вдохновить других на преданное служение, то Кришне это очень нравится, и рано или поздно ему придется согласиться с тем, что нам тоже надо дать преданное служение. Да, Сулчан Прабху. Там была тема вот этого, Виталик спросил, мне понравился его вопрос, насчет того, когда мы любим кого-то, то можем ли мы любить кого-то еще. И я присоединяюсь к этому вопросу. И в связи с такой историей Шрилы Прабхупады, у него появились вот эти ученики, и когда они уже попали в Дхаму, то они там увидели братьев, духовных братьев Шрилы Прабхупады. И один из них, из учеников Прабхупады, спросил, а там будет лекция, приблизительно такой вопрос был, можно будет сходить на эту лекцию вашего духовного брата? И Шрила Прабхупада запретил это. Он сказал, что если вы услышите хотя бы одно слово, отличное от того, которое вы услышали от меня, то ваша вера, пошатнется. То есть можно вот в этом контексте объяснить вот это? Что такое любовь и как ее примеривать или применить вот это правило, что нужно любить всех преданных? То есть нету такого понятия, что есть Гаудия Матх, какой-то еще Матх. То есть если мы смотрим с позиции любви, то тут вот вы объяснили, что надо любить все живые существа, и тем более тех, кто говорят о Кришне, может быть, немножко по-другому. Тем более мы знаем, мнения ачарьев иногда расходятся. То есть что такое любовь в этом всем? Как это правильно объяснять? И самому, или другим? Mm-hmm. Начнем с того, что любить больше, кроме Кришны, некого, потому что больше никого и нет. Кришна говорит в Бхагавадгите: «Я источник всех духовных и материальных миров, я лучший друг каждого, я властелин всех планет, Сухридам Сарвадехинам лучший друг». Да? И так далее. Боктарам Ягджатапасам Сарвалокам Махешварам. То есть больше некого, есть только Бог. Во взаимоотношениях с Богом есть разные группы и разные расы, разные умонастроения. И в этом смысле мы придерживаемся, то есть мы находимся в нашей группе, группе Шрилы Прабхупады. И если мы хотим прогрессировать в этом умонастроении, то нам нужно держаться за мнение Шрилы Прабхупады. Это не значит, что в Гаудия Матхе нет сознания Кришны. Есть. Если, это не значит, что нет жизни на других планетах. Да? Если мы тут живем, нет жизни на других планетах. Есть. Вот. Но чего мы хотим? Мы хотим той любви, которую дал нам Шрила Прабхупада, или нам этого не хватает? Если не хватает, тогда кто нас может удержать в ИСКОН? Разве у нас организация,
Ну, известный же еще один случай, когда один ученик, тоже они уже попали в дхаму, и один из учеников, тот еще дальше пошел. Тот пошел на Радхакунду, и там встретился с каким-то садху, который ему, в общем, сварупу там ему хотел как бы открыть. Но он ему только попросить благословения у твоего учителя, духовного учителя. И тот пришел к Шриле Прабхупаде и, ну, так наивно ему все это рассказал. И он попросил у него благословения. И Шрила Прабхупада в гневе, ну, как там вот это всегда описывается, с трясущейся губой. И он ему сказал: «Я тебя благословляю, чтобы ты миллионы жизней рождался змеей». Так вот это, что это такое? Это та же самая любовь. Та же самая любовь. Конечно. Шрила Прабхупада обладал таким пониманием сознания Кришны, которое трудно найти где-то еще. Шрила Прабхупада мог бы остаться во Вриндаване или на Радхакунде, а мы бы до сих пор с вами, не знаю, курили бамбук, да? Змеями бы были. Вот. Но Шрила Прабхупада приехал назад, сделал то, о чем мечтал Бхактисиддханта Сарасвати, о чем мечтал Бхактивинода Тхакур. Шрила Прабхупада это воплотил. И это не случайность. То есть та квалификация, которой обладает Шрила Прабхупада, и те его взаимоотношения с Кришной очень ценны, по крайней мере, для нас, для преданных в движении ИСККОН. Поэтому мы нежно бережем это в сердце и не позволяем добавить туда других красок. Возможно, что в других сампрадаях, а есть аж 4 сампрадая вайшнавские, и даже в нашей сампрадае, в других объединениях, тоже есть свои вкусы. Но мы привязаны к Шриле Прабхупаде. И не хотим, чтобы этот вкус был испорчен. Нет никаких проблем. Если кто-то хочет пойти в какую-то другую организацию, мы ничего с этим сделать не сможем. Но это благоприятно, может быть, и не быть. То есть, но Бог не забирает право. Если бы Он забирал возможности, то какой же Он Бог? Поэтому, пожалуйста, желающие всегда могут куда-то пойти. Но мы не хотим уходить от лотосных стоп Шрилы Прабхупады, поэтому хотим видеть сознание Кришны так, как видит Он. Не, ну, это можно все-таки этот, ну, пример раскрыть именно с позиции, что любовь, ну, когда вы любите, то вы не ревнуете по-настоящему. Когда вы любите, то вы не ревнуете. То есть тот, кого вы любите, вы ему позволяете быть именно на той дистанции, на которой, даже более того, Кришна, он проверял любовь своего преданного, он давал ему возможности. По сути, весь этот материальный мир – это еще одна возможность дать нам выбрать что-то еще. И даже есть это, ну, по-моему, такая история, где он… Ну, Кришна, вы знаете лучше эти истории, где Кришна, он иногда он становится даже на весах, если мы с чем-то сравниваем, он станет легче. Он специально становится легче, чтобы у нас было, будто бы, ну, раз мы хотим чего-то еще, то Кришна нам дает это. То есть как вот в этой истории с Шрилой Прабхупадой, ну, не нанести ему оскорбление? Потому что, ну, если мы понимаем не так поверхностно, а вот именно глубоко понимаем понятие любви. Ну, сейчас коротко скажу. Даже в материальном мире, если девушка за вас вышла замуж, ну, по какой-то причине, то
но при этом засматривается на других мужчин, да, то это оскорбительно. Так вот, почему мы называем духовного учителя Прабу? Он наш господин. И если мы уж приняли господина, а потом засматриваемся на других господ, то это неприлично. Как минимум неприлично, да, чтобы не сказать более грубо. Вот это неприлично. И да, нецеломудренно, да. Поэтому мы приняли, потому что, смотрите, мы сейчас приняли Шрилу Прабхупаду, потом пошли приняли какого-то другого гуру, потом не понравился, пошли приняли третьего гуру. Это означает, что мы вообще никого не хотим принимать, мы хотим принимать того, кто нам понравится. А гуру не должен быть тем, кто нравится, гуру должен быть тем, кто нас вылечит. А мы говорим, нет, этот гуру меня поругал, я пойду к другому гуру. Эта организация, тут люди как-то меня заставляют трудиться, а я пойду там, где меня не заставляют. То есть мы ищем чувственных наслаждений. Вот в этом проблема. Ну, а если мы ищем Кришну, а не то, что вы всех в одну копилку сыпали, человек может искренне хотеть, то есть он искал духовный путь, он искал цель жизни и так далее, и нашел духовного учителя, который, допустим, он не узурпирует это право быть проводником. И если кто-то может дать больше, то любой учитель, есть такое в писаниях, по-моему, есть такое правило, что если кто-то более квалифицирован, то тот, кто на данный момент, он может ему посоветовать, пожалуйста. То есть здесь какая-то свобода, наверное, есть все-таки. И она не граничит с проституцией, как тут хотят сказать. С точки зрения ученика, если ученик говорит, о, этот гуру менее квалифицирован, чем этот, то очень интересная ситуация. На каком этапе ученик начал определять квалификацию? А в сердце у него может что-то... В каком сердце? Вы сейчас уже в эмоции немножко попадаете. Смотрите, человек может искренне просто, да. А что значит формально? Искренне? Формально. Что такое искренне? Формально он может нарушать. Формально его ему, например, сказали, вот твой духовный учитель, mm-hmm. посоветовали, он принял. Mm-hmm. Но потом у него просыпается более осознанность. Mm-hmm. И он понимает, что это не его случай. Как он это понял, это не наше с вами дело. Он это ощутил по сердцу. И его интерес, естественно, А почему вы решили, что вот эти ощущения по сердцу потому что являются квалификацией? Я не решаю за него. Я просто... Так за него не надо решать, почему тогда вы его оправдываете? Вы сейчас эмоционально немножко. А вы не эмоционально? Нет, да? Я спокоен. Так я тоже спокоен. Ну, все. Вот вы пытаетесь определить меня по себе. Нет. Ну так и все. Тогда не надо мне говорить. Не надо мне говорить, эмоционален я сейчас или нет. Вы этого не знаете. По голосу, по вашему. По голосу это абсолютно ничего не означает. По голосу ничего не означает. Хари Кришна, преданные, давайте, есть один пример, Бхакти Тирха с вами, у него был... Это называется манипуляция с вашей стороны. Сейчас, подождите. Есть пример, Бхакти Тирха с вами, у него был учитель. И когда у него возникли уже... Он не принимал у него посвящения, насколько я помню. Но когда у него возникли вопросы, на которые учитель не мог ответить, то учитель сам ему сказал, иди к Бхактивиданте с вами пропасть. Он сам ему сказал. И тот пошел и стал принимать прибежище. И когда спустя год он встретил своего гуру, он стал ему кланяться. Он ударил его. Ты, говорит, негодяй, почему ты мне кланяешься? У тебя есть учитель. Вот ему и кланяйся. Говорит, тот, кто тебя приведет к Кришне, это Бхактивиданта с вами. Иди и ему кланяйся. Что ты ему изменяешь? Это один момент. Я полностью согласен с Намхи Прабу. Потому что в Бхагавадгите, мы живем по Бхагавадгите. В Бхагавадгите написано, что если ты предался, ты не должен ничего менять, потому что это проститутка. Он не может ничего... Если ты не предался, то ты не можешь получить, потому что гуру, он может дать знания тому, кто предался по-настоящему. И вот этот еще момент, который Шрила Прабхупада... Сейчас. Почему Прабхупада... Где? Тадвитхи пранипатена. Там, где
не должен никуда идти. В комментарии Шрила Прабхупады пишет. Можно сейчас открыть и прочитать. Он конкретно там пишет. Нет, там говорится, чтобы получить абсолютное знание. Сейчас я отвечу, подождите. Он говорит, чтобы получить знание, нужно, там говорится, безоговорочно предаться духовному учителю. И как ему следовать, Андрюша? Мы проходили. Два условия какие в субботу мы. Как? Пытливость и смирение. Смирение – это значит то, что Намхи Прабху сказал, что я не знаю. Учитель, ученик – тот, кто не знает. И тогда он сможет понять. Но если он возомнил себе, что я слушаю сердце, то где гарантии, что это не ум говорит? Я ж в иллюзии. Как я пойму, что это Кришна говорит? Я ж в иллюзии, я ж ученик. У меня нет опыта такого. А Прабхупада, почему его проклял? И вы говорите, это может быть не любовь, я так почувствовал. Это любовь, потому что Прабхупада знает, что если он его не проклянет на тысячу жизней, то он будет миллион жизней страдать. А тут всего лишь тысячи. Тысячи жизней, и он просто быстро придет к Кришне. И во-вторых, он показал пример, что вот этим другим, кто будет смотреть на этого человека, чтобы они не шли по его стопам. Потому что Прабхупада, это мы знаем, кто такой Прабхупада, и что Прабхупада, он дал все. В тех книгах Прабхупада есть все, все необходимое. Нам не надо где-то еще бегать, искать. Вот. Ну, и дополнение к Виталику, и к вашему вопросу. Является прозрачной средой, через которого действует Кришна. И если мы не верим в нашего духовного учителя, почему Кришна должен действовать через другого? Кришна принял Сандипани Муни как духовного учителя. Сандипани Муни более квалифицирован, чем Кришна? Нет, но Кришна следовал. Поэтому почему мы определяем квалификацию духовного учителя? Я прошу прощения, что вызвал такие эмоции бурные. У вас поверхностный взгляд, я вас уверяю. Да. Это очень достаточно сложная тема, ее очень хорошо нужно глубоко понимать. Есть история одна с Шивананандой, да, Шивананандой? Да. Где его духовный учитель, Хридо Чайтанья, да, по-моему, обиделся на Дживу Госвами. Есть какие-то моменты, во-первых, это этикет. Мы должны понимать глубинное понимание, достаточно глубоко понимать положение духовного учителя. Все, что делает духовный учитель, он делает не просто так. Даже когда он проклинает, почему мы не решили, что, имея связь с Господом, это разгневался на ученика сам Господь, и через устами духовного учителя, который имеет право наказывать или воспитывать живого существа, не может произнести такое проклятие. Господь его вдохновил на это. Я сегодня читал историю о Шриле Прабхупаде. Был один уже саньяси, получил один ученик. И он напросился к Шриле Прабхупаде. Но он получил саньясу и как-то отошел. Начал что-то там свое проповедовать. Отпустил бороду, волосы. Пришел к Шриле Прабхупаде. Напросился еще так решительно. И встал перед Шрилой Прабхупадой. Он даже не поклонился. Начал что-то там махать, какие-то мудры показывать. Преданные там Брамананда и что-то кирти смотрели на это, не понимали, что происходит. Шрила Прабхупада говорит, увидел это, говорит, хорошо, говорит, ты можешь вернуться. Говорит, ты можешь сейчас побрить голову, одеть дготи и приходи, и будем с тобой заниматься в нашем обществе. Он, получается, проявил сначала милость, но этот человек, я не за этим пришел. И опять что-то начал свое делать. Прабхупад смотрел и говорит, тогда выведите его отсюда, смысл нет. И Брамананда его взял за шкирку и вытянул. Но это тоже, это проявление. Человек понимает, что... И там Шитакирти говорит, Шрила Прабхупада остановил процесс вообще оскорбительный. Когда духовный учитель, наказывая ученика за то, что тот совершил какой-то поступок, он первое, что делает, он нейтрализовывает это оскорбление, потому что с этим оскорблением можно очень долго жить и мучиться потом, и не миллионы жизней. Но иногда... благословение таких великих святых оборачивается, как мы знаем, благом всегда. И это абсолютная любовь. Маленькая реплика. И я думаю, никто здесь не будет против. Там, где есть любовь, там нет страха. Там нет насилия. Насильно мил не будешь.
Поэтому если есть, проявляется какая-то ревность или какое-то, ну, якобы из любви помощь, она все равно делается так, что человек ее, ну, благодарен за эту помощь и не чувствует никаких остатков в сердце, обид. Понимаете? А что вы говорите под ревностью? Что вы подразумеваете под ревностью? Спасибо, простите. То есть, это не вам было сказано. Когда мы говорим ревность, то материальная ревность означает, я наслаждаюсь этим объектом, и если кто-то пытается его отобрать, то я буду зол. Это называется ревность. Но с духовной точки зрения Шрила Прабхупада не наслаждается своими учениками, он пытается их спасти. А если кто-то мешает ему спасти, и Прабхупада на это гневается, то это не ревность. Это попытка спасти это живое существо, которое в ошибке пытается куда-то пойти, надумав, что оно определяет, вот этот гуру лучше, а этот гуру хуже. Ребенок не может определять. Мы дети с духовной точки зрения. Мы не можем определять, этот гуру выше, этот ниже. Не принимайте гуру, пока не определились. Если вы не уверены в этом гуру, не надо его принимать. Это ведическая традиция. Сначала нужно быть полностью уверенным, что вот этот гуру – это тот, кто вернет вас обратно к Богу. Вы подписываете контракт во время инициации. Гуру говорит, я обязуюсь вернуть тебя к Богу, а вы подписываете, я обязуюсь следовать за тобой. А человек говорит, а я разрываю контракт. Вообще-то это нехорошо, разрывать контракт с духовным учителем. Поэтому даже когда, если духовный учитель говорит, я не квалифицирован, пожалуйста, обратись к вот этому, в этом нет проблем. Но если гуру так не говорит, то мы не разрываем контракт с ним. Это незаконно, и Кришне это не понравится. Вот что самое главное. Может быть, нам и кажется, что этот гуру более возвышенный, я пойду к нему. Но даже если мы придем к возвышенному гуру и скажем, я вот принимал инициацию этого гуру, но я чувствую, что он не возвышенный, я к вам пришел, то этот гуру выгонит нас палкой. Скажет, иди отсюда, негодяй. А вот если он жадный, если он эгоистичный, он скажет, да, конечно, я более возвышенный, прими у меня инициацию. Вот это тактичность, это уважение. Ведическая культура была основана на уважении. Никто и не приходил к вашему, ну, то есть к ребенку в дом к человеку и говорил, ой, такой красивый ребенок, брось своих родителей, живи со мной. Я лучший отец или я лучшая мать, чем твои родные. Если мы уже выбрали духовного учителя, мы осознанно это сделали, осознанно, то тогда мы должны следовать за духовным учителем. И Кришна прольет свою милость через него. А если мы бегаем от одного к другому, ой, я передумал, ой, я, вот мне этот не нравится, а у этого борода длиннее, или этот говорит больше о любви, а этот слишком много заставляет служить. Это что? Это означает, что мы выбираем по своему усмотрению. Выбирать надо было до того, как мы инициацию получали. Как раз по поводу последних ваших слов. Недавно слушал лекцию Шрилы Прабхупады как раз на инициацию. И там были ученики, которые давали обеты. И он прям перед этим всем сказал, вы определитесь, пожалуйста. Говорит, я, говорит, готов вас спасти. Говорит, я могу вам помочь. Говорит, но если в том случае, если вы мне предадитесь, если вы сейчас этого не сделаете, подумайте хорошо перед инициацией. Если вы этого не сделаете, я с вам помочь не могу. Да. И он прям, вот эта коллекция, буквально вот в течение 2 недель, вот, я даже пересылал преданным. Предание означает полное предание, и в лице духовного учителя мы предаемся Кришне. А если мы не предаемся в лице духовного учителя, говорим, ой, ну вообще-то я независимый, этот гуру мне не нравится, я пойду предамся другому гуру, то что Кришна об этом думает? Ну сейчас ты говоришь, что ты мой преданный, а завтра ты скажешь, я теперь уже не преданный, я этого не чувствую. Чувствую, не чувствую. Что это за женская природа? Я чувствую, потом я не чувствую. Вы вообще понимаете, что ведическая культура как раз этому не обучала? Люди, ну, в семейную жизнь сходились для чего? Не для того, чтобы чувствовать, а выполнять свои обязанности. А сейчас, ой, я чувствую, я его люблю. Ой, мы поженимся. Через 2 года или 3 года, ой, я чувствую, я его не люблю, я от него ухожу. Что это вообще за женский подход? Мы приняли гуру, это ответственность. Мы приняли гуру, мы подписали контракт. Если мы выполним свой контракт, гуру выполнит свой контракт. Даже если гуру не так квалифицирован, как нам бы хотелось,
Кришна принял контракт. Понимаете? Гуру, когда гуру подписывает с нами контракт, Кришна визирует. И если гуру, ну, недостаточно квалифицирован, Кришна говорит, не волнуйся, я же завизировал, все будет нормально. А если мы бегаем, всюду подписываем контракты, и потом ни один из них не выполняем? Кришна не берет за нас тогда ответственность. Так никто и не сомневается. Просто у всех, что такое хорошо, по-разному выглядит. Ну, еще надо находиться на... Не надо мне приписывать свои эмоции. Да. Когда встречаются две личности, гуру и ученик, если они оба находятся на трансцендентном уровне, они понимают, что даже проявление гнева – это любовь. Но если духовный учитель, он может разгневаться, а духовный учитель принимает это как, ученик принимает это как на свой счет или думает, что мой духовный учитель не квалифицирован, это просто говорит о том, что он с материальной точки зрения рассматривает духовного учителя и не поднялся, и даже не пытается подняться на или понять духовного учителя. Платформа нравится, не нравится. Пока гуру гладит меня по голове, это мой гуру, он на меня смотрит, гладит по голове, а теперь он меня отшлепал по заднице, не, я такого гуру не хочу. Мы как начинающие, детский сад нам, начинающие преданные, как Арджуна. Он же что же поначалу услышал, а потом говорит, карпанья душапагата свабхава. Все, я твой ученик, предавшийся тебе душа. Угу. И через какое-то время говорит, я не буду сражаться. Да, да, да. То есть, так или иначе. Через какое? Через два стиха. Да. Через два стиха. Я не буду сражаться, потому что вроде я предался, но я не буду сражаться. И Кришне нужно было вывести его на до определенного понимания. Он его доводил, пока тот сказал, сарва дарма, теперь я уже готов действовать, как ты мне скажешь. Ну, то есть это тоже квалификация духовного учителя, и он помогает. Он на самом деле это не просто такой, который хочет, чтобы у него были последователи, нет. Он как более разумный даже, чем мы. Предполагаем даже, или то, как мы думаем о себе. Потому что у него связь с Кришной. И... Ни один гуру не хочет, чтобы у него были последователи. Потому что последователи, как говорит любой гуру, это головная боль. Вот. Но почему он это делает? Потому что таково наставление его гуру. Но если бы сам гуру хотел последователей, то оно ему не надо. Понимаете? То есть нужно понять, он берет ответственность, потому что его гуру дал ему эту ответственность. Я хочу возразить, потому что вы сказали, что не надо вести себя как женщины. Насколько Прабхупада говорит, что женщины более преданные, чем мужчины. Поэтому нельзя так же говорить про женщин, что прыгаем туда-сюда. Мужчины не должны вести себя как женщины. Не путайте, да. Хорошо. Мы не женщина оскорбляем. Потому что женщина может послушать. Мы говорим, что мужчина должен вести себя как мужчина. Да, хорошо. А вот этот момент, есть много историй, когда ученики, они получали сварупу раньше, чем духовный учитель. Ну, внешне. Вот Харидо Читания, там пример, когда он его побил Шамананду из-за того, что он тилаку поменял и так дальше. Наратам Дастакур. Но в обоих случаях ученик, получая сварупу, он благодарил духовного учителя. Он понимал, что по его милости. Он прибежал сразу Наратам Дастакур к Лаканатхи Госвами и спросил, что это все значит и что с этим делать. И тот сказал, ты достиг совершенства. Делай это. То есть он даже в этом состоянии, он не отверг гуру, он понимал, что его связь вечна. И потому как бы это очень важный момент. Не об отвержении или сравнении на весах этих, кто лучше, кто хуже, а о том, что человек может просто, вот как по детской, так скажем, наивности, просто он захотел, он не то, что он выбирал между вот этими, вот это гуру, а этот гуру Гурея, этот Махабхагавати, это не обязательно ко всем надо приписывать это, ну, когда мы ищем. Мы ищем истину, мы не ищем ни гуру, ни последователей каких-то гуру, ни кто там тяжелее, кто легче. Мы ищем Кришну. Это наша единственная цель. И все, что этому способствует, мы принимаем. Ну, Кришна и сказал, что этому способствует. Тасмат гуру пропадет, и прими духовного учителя. Он не говорит, бегай от учителя к учителю. И поэтому Кришна сам проявляется.
В том как, духовном как, учителе, которого мы приняли. Да, и он проявляется в 21 еще дополнительно, и их бесконечное количество еще. Естественно, но так только... Что, но так только что все, всем... Бхактивиданта Госвами объясняет, что вы сможете увидеть проявление Кришны во всех остальных после того, как научитесь этому у своего духовного учителя. Сначала, и более того, так, чтобы правильно видеть проявление Кришны в животных, нужно сначала понять, как смотреть с точки зрения гуру. Мы сначала гуру нас обучит, а потом мы поймем, как проявляется Кришна вокруг. Потому что если мы будем просто сами по себе, мы не научимся. Вот это вот и называется майявада. Я сам по себе куда-то приду, все иллюзия, этот гуру просто гуру, и этот гуру просто гуру, главное Кришна. Нет. Кришна хочет, чтобы мы приняли конкретного гуру, конкретного. Не в принципе, а конкретного. Есть еще подтверждение, что, говорится, святое имя может все дать. Но чисто любовь к Кришне, Кришна прямо, без посвящения мы не можем получить. Почему? Потому что именно конкретная личность связывает нас с Кришной. Именно конкретно. Гуру может быть читание Чаритамриты, говорится, может быть бесконечное количество. И это нормально, для прогресса они нужны, да. Но зачем тогда вот эта конкретная личность? Может, что-то, даже у обезьян что-то у них учиться, за связь да. такая должна быть, чтобы именно получить Кришну прямо. Что это за связь? Это же не просто формальная какая-то связь. Это какая-то должна быть реально глубокая духовная связь, чтобы Кришну прямо получить. Допустим, есть традиции другие, да? Христианство, мусульманство, там и так далее, эти суфии. Как вы думаете, там есть любящие Бога? В любой традиции есть три уровня вайшнавов или тех, я прошу прощения. И если мы, допустим, вспомним этого Франческо, допустим, угу. он пошел против традиционной угу. церкви, угу. и возникла еще одна, так скажем, религия вокруг него. Угу. Но он, ну, его Шрила Прабхупада признавал Уттамадхикари. Ну хорошо. И то есть, да. то есть ну, когда мы ну, смотрим немножко шире, то тогда ну, вот какие-то вещи они могут показаться слишком фанатичными. Харе Кришна. Что вы предлагаете? Давайте мы, каждый из нас сейчас откроет свою сампрадаю. Такова идея. Нет, нет, это опять же ваше мнение. Простите. Нет, нет. Так, тогда следуем за Шрилой Прабхупадой и за его учениками. Все. Все ачарьи действуют и восстанавливают принципы религии. На полномоченные Кришны, потому что они видят, что отходят люди от да? истинной религии, они да. их восстанавливают. И у них на них это шакти авеша аватара, на них это лежит такое полномочие. Да. Поэтому не имеет значения. Как только мы увидим, что наше общество идет не туда, и у нас тоже уже там были такие прецеденты, там, да, или же там эти, как их, давайте. За Шрилы Прабхупады, которые ритвики, да. Угу. Ну, то есть есть какие-то, но мы придерживаемся определенной традиции, мы идем. И как только где-то какие-то изменения, мы их не принимаем. И иногда даже приходится вступать в какие-то. Ну, мы в конфликт, не конфликтные, как сами по себе, но мы защищаем. Мы защищаем общество и защищаем настроение Шрилы Прабхупады. Это наша семья. Мы здесь родились. Мы родились, мы не можем. Мы уже родились здесь. Мы уже, знаете, менять это все, ну, как-то родители, там, бегать, это уже не очень. Ну, для души не существует. Но сейчас наше сознание, или бхакти-лату, которое нам посеял, мы получили по милости Шрилы Прабхупады. Ну, и потом, если мы говорим о душе, то тогда духовный учитель – это часть нашей души. Если вы хотите что-то поменять, значит, это вопрос тела. Нам даже в этом мире… Чтобы поменять родителей или в этом материальном мире, надо переродиться. Угу. А так вот это уже считается не очень достойно. Время что, уже... Нет, на... Кто не говорил, надо дать. Та и кадыши, все равно этот... Пока мы... Завтрака нет, поэтому это время надо потратить на что? На обсуждение. Я хотел уточнить о вашем ответе на этот же вопрос, Виталика, по поводу любить других. Вы рассказывали о том, что преданные, так как Кришна,
и мы не можем их не любить. И вы сразу перешли на то, что дали понять, что Кришна будет недоволен, если обижать преданных. Я хотел уточнить, значит ли, если я не развил любовь к Богу или к преданным, значит ли это, что это будет по умолчанию обижание преданных? Да. В 10 оскорблениях святого имени говорится о том, что даже просто не радоваться при виде вайшнава является оскорблением. Но можно не иметь любви, наследовать этикету и улыбаться да. преданным, потому что так положено, потому что я слышал, что это представитель Кришны. Отлично. Но любви-то вопрос. Нет еще. Вы действуете так, как будто бы она есть. Все нормально. Да. Вы говорили о том, что нужно следовать этикету вот в этой дискуссии. Да, да, все верно. Да, но это еще не любовь, правильно? А и, да, и когда вырастет, он морду даст в ответ. Но если мы будем просто жить на том, что мы чувствуем, то вообще можно сразу как бы закрывать реальность. Люди идут по улице, чувствуют вожделение. Если они сразу начнут заниматься сексом, у нас тут хаос будет. Мы не живем на основе того, что чувствуем. Мы живем по неким правилам, которые дают сверху. Ману дает правила. Мы вот на этом живем. Люди – это социум, в котором установлены правила поведения. Если вы, не дай бог, пописаете на здание мэрии, боюсь, что мэрии это не понравится, а вам писать хотелось. Понимаете, мы не на том, что я чувствую, должны жить, а на тех правилах и предписаниях, которые даются. А чувствовать я потом начну. Да, я не чувствую, любви еще нет. Ну и что? И что? Ну, значит, это оскорбление преданных, значит, я обижаю преданных с ваших слов. Ну, не надо мне вкладывать ваше видение в мои слова. Я говорю не про видение, я говорю про слова. Да, да. Да, плодятся. Да, плохой признак, плодятся. Нет, просто же можно... Я такого не говорил. Это ваша интерпретация. Ладно. Я тоже хотел добавить к этому вопросу Виталика Прабу. Потому что можно проанализировать свою духовную жизнь. Виталик Прабу Киджа. Там говорится, если ты любишь Кришну, то ты автоматически полюбишь и всех живых существ. Да. И критерий такой, что если ты кого-то обижаешь, значит, у тебя, может быть, маленькая эта любовь к Кришне. Она еще, как вы сказали, ее еще нет. Но не может такого, что нет совсем. Что-то есть же, правильно? В том, что если я не люблю, почему это значит, что уже обижаю? Ну, спросите у жены. Она вам ответит. Вы об этом говорили в лекции. Что? Но если вы не понимаете то, как я сказал, говорю, спросите у жены, она же для вас авторитет, спросите ей, я тебя не люблю. Ну как при чем? Потому что у вас отношения на основании любви. Скажите, я тебя не люблю, это тебе оскорбительно? Вот задайте ей этот вопрос. Ну вы же не понимаете, когда я отвечаю, правильно? Ну, я не требую от вас, чтобы вы это рассказали. Я просто объясняю в обычных отношениях, да, если вы говорите женщине, что вы ее не любите, вот вам она и объяснит ваше положение в обществе. Дело в том, что преданные, это не чтобы не ссорились. Любовь к Богу, она живет уже в сердце. Ее нужно пробудить. Ее нужно пробудить. Просто есть определенные поступки или действия, которые пробуждают эту любовь. И вот поэтому мы говорим об этикете, определенных правилах, основанных на уважении, но пробуждает эту любовь. Сам Кришна в читании Чаритамриты говорит, что это самая ценная вещь. С Рамананда-райаном общается, любовь достичь, и это я не так ее просто дарую. Вот Кришна не так просто берет себя, открывает и пробуждает эту любовь. Человеку придется что-то делать и заслужить это, потому что, он говорит, эта любовь подчиняет себя мне. И поэтому мы сначала основываемся на определенных правилах, но она-то любовь, мы знаем, что она живет в нашем сердце. И постепенно, действуя определенным образом, правильно, эта любовь пробуждается.
мы потом, у нас появляются отношения с Кришной. В этом мире, просто попав в какую-то компанию, уже правила этой компании и привязанность к определенным личностям проявляется достаточно быстро. Точно так же у нас может проявиться определенная привязанность с минимальным вкусом, находясь в обществе преданных, быстро. Но чтобы она развилась до высшего совершенства бхактила, премы, то надо пройти путь. И этот путь, он описан, там есть, мы уже знаем, от шрадхи до премы, он нелегок. И это надо пройти там анархи. То есть мы изучаем специально Священное Писание, чтобы нам было понятно сам путь, на котором мы стоим. Точно так же, как разница между оскорбительным воспеванием и очистительным в том, что в процессе очистительного воспевания мы стараемся избегать оскорблений, а в процессе оскорбительного мы соглашаемся с их наличием. Точно так же, когда мы говорим о том, что вот вы говорите, у меня нет любви к преданным, поэтому это оскорбление. Это оскорбление в том случае, если мы на этом настаиваем. А если мы ведем себя в соответствии с этикетом, то есть стараемся проявить эту любовь, которая выглядит как этикет. Духовный этикет у нас должен быть такой же, как в духовном мире. Вот если он уже есть, мы стараемся проявить. Это значит очистительная стадия. В этом разница. Мы очищаемся, когда следуем этикету любви. А то, что у нас в сердце этого еще нет, это появится. А вот если мы соглашаемся с тем, у меня нет любви, поэтому все они плохие. Или буду вести себя как хочу. Вот тогда оно не разовьется. Это оскорбительное состояние. Точно так же, как со святым именем. Что тут сложного? Вот еще в соответствии с Живой Госвами, любовь уже заложена у нас в Ишраде. Если мы верим в вайшнавов, верим в процесс, это означает, что у нас уже любовь есть. Только она еще в этой форме. Еще. То есть в маленьком зернышке есть уже баньяновое дерево. Но пока оно еще не созрело, не выросло до определенных. Поэтому если мы даже действуем на основе веры, верим в вайшнава, верим в божества, это говорит о том, что процесс, святое имя, в чаринамриту, как говорится, это все вот эти шесть аспектов, то это означает, что у нас уже любовь есть, и она просто должна прорасти и дать свои плоды. Да, она может прорасти, если не будет оскорблений. Потому что наше умонастроение, если оно оскорбительно, если мы внутри агрессивны и негативно относимся к преданным, к божествам, к процессу, к святому имени, то и это сохраняем, то любовь не проявится. Вот просто и все. Она у нас есть, но никогда не проявится. Пока у нас есть вот эта агрессия. Пока у нас есть некий конфликтное... То есть я наслаждающийся, почему я должен служить? Наслаждающийся я. Вот в этом и проблема, в том, что мы не можем пробудить эту любовь. Просто говорить, что она у нас есть, это хорошо, ну да, есть. И что дальше? Меняем его настроение, только тогда начнет прорастать. В земле может лежать зерно, в сухой земле, что-то десятилетиями, и не прорастет. Воду нужно добавить. А вода... И солнце. Солнца должно быть достаточно, и воды достаточно. Вот то же самое. Наша вода – это воспевание святого имени. Да. И общение с преданными правильным образом. Иначе мы будем оскорбительными, и никогда не проявится эта любовь. Мы не ценим то, что Кришна нам дал, почему он должен ценить нас. А отношения должны быть на основе вайшнавского этикета – и священных писаний. То есть мы вместе воспеваем святое имя, мы вместе. Да дайте, как там? А ну-ка, скажи, мой дорогой. Да дайте прийти. Да, грех найти. Вот. То есть мы должны действовать на основании указаний ачарьев. Любовь означает дарить дары, принимать дары, говорить о сокровенном, открывать свое сердце. Да. Угощать просадом и принимать просад. Вот это проявление любви. Шесть проявлений любви. Потому что мы все время думаем, я чего-то не чувствую. Но делай то, что должен, и почувствуешь. Вот я не могу с ним подружиться. Вот никак не получается. Ну так вот, вот вам механизм. Поговорите о Кришне. Может оказаться, что ему понравится, как ты видишь Кришну.
дай ему просад, он обрадуется, потом тебе в отместку даст. То есть послужи ему, и он тебе послужит. Вот и разовьется любовь. Мы бы хотели, как в процессе вожделения, да? Увидел женщину, уже люблю. Какой классный механизм, да? Быстрая любовь, ускоренный процесс любви. Я ее уже люблю. А потом оказывается, что с этим надо жить. И это была не любовь, да? А просто кипела внутри. Поэтому вот эти процессы, они всюду. И, кстати, можно подумать, что только это наше изобретение. В материальной жизни люди точно так же развивают между собой отношения. Они рассказывают друг другу, как они живут, они приглашают в ресторан друг друга, да, сокровенным рассказывают, да, вот у меня там было вот это, у меня вот это, и ожидают от нас такое. В рестораны ходят, чтобы друг друга кормить, там, или, не знаю, в какие-то кафе, забегаловки, да. Вот. Дарят подарки. Что тут нового? Просто мы это делаем ради развития сознания Кришны, а они для развития между собойчиков отношений. Чтобы что-то получить. Ну вот, просто действуем в соответствии с указаниями ачарьев, развиваем сознание Кришны, следуем за Шрилой Прабхупадой, не сомневаемся, что нам нужен кто-то еще. И мы достигнем успеха, потому что Кришна подписал этот контракт через Шрилу Прабхупаду. Понимаете, с нами. Мы не должны думать, что ну вот Шрила Прабхупада, он как-то так. Шрила Прабхупада от имени Кришны подписал, и Кришна там свое поставил, завизировал. Все, у нас нет необходимости о чем беспокоиться. О чем-то беспокоиться. Хари Кришна, да. Бхакти Расамрита Сингха, вот если изучать этот стих более подробно, Аня Билашита Шуням Гена Кармана Вритам, Анакульена Кришна, ну Шиланам Бхакти Рутаман. Там описывается, что это высшее проявление бхакти проявляется в служении, в деятельности, постоянной причем, и проявлении эмоций. И там перечисляются кому? По отношению к Кришне, его экспансиям и тем, кто связан с ними в желании доставить Кришне удовольствие. То есть уже в этом стихе Рупа Госвами закладывает вот это настроение любовь к вайшнавам. Ну, это как проявляется настоящая бхакти, то есть уже ее ну, как бы созревшее состояние. Но все начинается с веры. И мы просто действуем. Важное понятие – это служение и предание, да? Ну, то есть одновременно должно быть. Правильно я понимаю? Ну, то, что вы сейчас сказали. То есть, служа тем... Да, нет, я имею в виду, служа, у меня проявится любовь тогда, когда я буду служить тем преданным, которые уже это имеют. Правильно я понимаю? То есть, это должно быть доверие и предание. Ну. Да. Есть в христианстве постулат один, ну, он как бы всем известен, и можно я его озвучу, да? Любовь есть Бог, Бог есть любовь. Я повторюсь, любовь есть Бог, Бог есть любовь. То есть это все, на что нанизывается. Но следующее, это мы его дети. А если он и есть сама любовь, то из чего мы состоим? Вопрос у меня. Как я понимаю, мы и состоим из любви, мы сотканы из любви, а мы ее ищем где-то там, ну, где-то, просто вне, если она у меня внутри. Может такое быть, что я, ну, как бы, да, не понимаю, что она внутри, я начинаю искать там во внешних объектах. Спасибо. Он говорят, что это, что будет просад. Спасибо. Да. Спасибо. Извините. Будет. Спасибо. Хари Кришна. Всем вайшнавам мои поклоны. Если кто-то посчитал, что его чувства задеты, пожалуйста, извините.
Но философия не может быть лояльной. Философия должна быть четкой. Лояльными могут быть наши отношения. Вот. Видите, мудрость. Обожаю Солочина.